Тевес выходит один на один. Нужно забивать. Бьет Карлос Тевес. И похожее начало в исполнении Манчестер Сити. 2-0. Карлос Тевес после передачи Куна Агуэро удваивает преимущество Сити в этом матче. Ну, конечно, так в обороне играть нельзя. Не хватает, безусловно, класса. Очень широко все защитники были расположены по отношению друг к другу. И образовалась такая зона.